массогабаритный макет винчестера со скобой Генри от компании Denix. Интернет-магазин «Попади в десятку». Это полноразмерная копия знаменитого оружия, сделанная из металла и дерева. Дерево здесь покрыто лаком, а металл имеет серый цвет, а на ствольной коробке выполнен рельефный рисунок. На прикладе рядом со скобой Генри есть специальный поворотный механизм, который блокирует ее открытие. Рисунок на ствольной коробке показывает нам сцену из охоты. Дерево у винтовки используется в прикладе и в цевье. Здесь есть откидной целик с подвижной маркой, рассчитанный на разную дистанцию. Этот макет имитирует боковое заряжание патронов с правой стороны, и здесь для них есть подвижное окошко. Длина этой модели 990 мм, а ее масса 2 кг и 650 граммов. На левой стороне ствольной коробки находится кольцо, на него можно прикрепить, например, ремень. На левой же стороне орнамент немного отличается от правого. Ствол у этой модели хоть и не сквозной, но заглушен он достаточно глубоко, и снаружи выглядит он прилично. Конечно же, у этого макета скоба Генри подвижна, и ее можно перезаряжать. При этом у нее движется затвор и взводится курок. Его можно спускать, нажав на спусковой крючок. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.